кетіп қуатыр, заводы таратуатыр. Жақтан бір адам өлді. Кетіп қуатыр. Жұмыс сататты тұршыз. Причиной взрыва на Тенгизе, из-за которого два человека погибли и трое получили травмы, стал срыв фланцевого соединения. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что ЧП с гибелью людей произошло 6 июля на 42 участке завода по подготовке нефти третьего поколения. При проведении гидротеста на трубопроводе произошел срыв фланцевого соединения, в результате которого на месте погиб человек, а второй скончался в больнице. Еще трое получили травмы. Травмированный работник ТОО «Анстрим Казахстен», 1996 года рождения, доставлен в хирургическое отделение областной больницы города Атырау. Его состояние оценивается как тяжелое, говорится в сообщении. Также 6 июля, что 28-летний работник компании «Синимды» Курлыс повесился, выйдя в ночную смену. Идет расследование.